Юзари и Маймуна в Вене приступили к финальным съемкам видеовизитки Беларуси для Евровидения. Они появились на съемочной площадке с самого утра, их ждали гримеры. Затем Юзари и Маймуна отправились в павильон. Чем же завершится сюжет ролика о Беларуси, продюсеры Евровидения пока держат в тайне. Ну а накануне участники конкурса смогли прогуляться по Вене, познакомиться с городом и увидеть концертный зал, где в мае состоится Евровидение. Также сегодня у Юзари и Маймуны в планах встреча с руководством конкурса. Завтра артисты вернутся в Минск, их ждут репетиции и выступления на нескольких концертах.